Когда я прихожу в Карфаген, я всегда ищу среди камней цветы. Это удивительно. Жизнь всегда возрождается, даже если есть только камни, даже если есть только пустыня. Жизнь, она неистребима. Найдется семя. Найдется птичка, которая перенесет это семя, или ветер перенесет. И семя найдет маленький кусочек земли и найдет влагу, которую небо пошлет. И снова возродится жизнь. Это символ, это прекрасный символ мира и спокойствия. Сегодня над всем Тунисом голубое небо. Пусть всегда будет так, пусть всегда будет мир. И Нобелевская премия мира, которую Тунис получил, это заслуженная награда. Самое страшное, это когда брат идет против брата. Самое страшное, это гражданская война. Наши предки испытали. Пережили. И работая над новым фильмом и над новой книгой, я хочу рассказать о том, как добрые люди спасали добрых людей. Потому что добрые люди всегда оказываются по обе стороны баррикад. А злодеи, сегодня они по одну сторону, потом они находят выход или какую-то дорожку и становятся на другую сторону. Злодеи убивают. Люди никогда. Люди спасают людей. Уроки Карфагена. Одной из величайших цивилизаций, которая, как и греческая цивилизация, римская цивилизация, египетская цивилизация, стала одним из камней фундамента европейской цивилизации, арабской цивилизации. Так же будем созидать. И никогда не будем разрушать. И никогда не тронем и не обидим цветочек. Помните? Брэдбери, помните? Я тоже помню. Даже маленькую пташку, даже маленькую-маленькую бабочку нельзя обидеть. И тем более нельзя обидеть цветочек. Цветы в декабре. Мы с вами в Карфагене.